Друзья мои, народ, люди, коллеги, братья и сестры, всем привет! Сегодня нас занесло на суше сэр Ланселот на Малом. Вот такой интерьерчик здесь, видите, как все четко. Летняя площадка уже закрыта, холодно. Сижу такой, жду пиццу. Блин, как мы перепутали сегодня, я в шоке. Тебе 20, а я думаю 21. Я думаю, еще скидка на суши. Сколько на суши? 50% обычно скидка? Да. Ну, сегодня тут суши, ну, дешевле, наверное, 100 рублей вообще не такое. 110, 120 и пошло выше. Завтра 50% скидка, поэтому... Обломались и будем сегодня ставить пиццу. Давайте тоже все вкусные. Всем надо сказать, что все знают, что обломались. Мы свои домой ждем пиццу. Антисептик, вы видите, все по-серьезному. Сейчас принесут пиццу. Как пицца называется у нас? Гавайская. Гавайская пицца. 200, ну, грубо говоря, 210 гривен. 220. 220, блин, оно прям полилось. Придавило, оно полилось прям. А вес там непонятно, да, какой. Но она большая, короче. И мы с Витасиком ее приговорим сейчас. С пивком Кроненбург. Друзья мои, а вот и пиво, 3 по цене 2 бокальчиков. Все равно приятно, акция, все равно попали. Так что класс, Кроненбург, пиво просто бомба, ребята, просто бомба. Пенная. Свежак. Ребята, долгожданная пицца. Ну, долго не ждали, может, 10 самое больше. Ай-яй-яй. Красотень большущая. Реально большая. Пицца гавайская. Томаты, ананас, курица, помидор, сыр. А еще прикол здесь. Вот этот бортик, а внутри прям сыр. Сейчас посмотрим. Видите, там сыр внутри. Вот он. Просто вкуснейший сыр. Такая пицца. Вкусная, очень вкусная. С пивасиком. Вкусно? Лицо счастливого человека. Поставь лайк. Ставим лайки и жмем на колокольчик. Да-да-да. Друзья мои, день второй. В ожидании роллов. Повторение мать учения.
Сегодня также акция на пивасик, что радует. Долгожданные роллы, ребята. Горячие или теплые роллы. Вкусняшка. Вкусняшка. Давай, Витовска, начинай. Супер. Наконец-то мы дождались. Ну что, ребята, поехали. Всего и побольше. Друзья мои, это просто такое наслаждение. Особенно, когда ты ждал сутки. Это нечто. Ребята, посмотрите. Как? Ну так. Ребята, я сегодня целый день ничего не хавал специально, чтобы просто насладиться сушами в полном объеме, чтобы аппетит такой был бешеный просто. Ну тебе и так бы сдал. Да слава богу, не жалуюсь. Все, ребятки, ставим лайки, подписываемся на канал. И всем удачи. Пока-пока. Вот такие цены в Запорожье на роллы со скидкой.